Ты умерла в субботу утром. Твоя могила под нашим деревом. После похорон я сравнял с землей дом твоего отца. Мама всегда говорила, что смерть — продолжение жизни. Но лучше бы смерти не было. Маленький Форест поживает хорошо. Он снова пошел в школу. Я готовлю ему завтрак, обед и ужин каждый день. Слежу, чтобы он причесывался, чистил зубы, учу его играть в пинг-понг. Он молодец. Ты подаешь? Мы ловим рыбу, а на ночь читаем. Он такой умный. Ты бы им гордилась. Я горжусь. Вот, он написал тебе письмо. Мне нельзя его читать, так что я просто его оставлю. Дженни, я не знаю, права ли мама или лейтенант Дэн, не знаю, у всех ли есть судьба или мы летим по жизни, как перышко на ветру. Мне кажется, и то, и другое. И то, и другое. Происходит одновременно. Мне тебя не хватает. Захочешь что-нибудь? Я буду рядом. Автобус. Okay. Пора. Эй, я это помню. Я возьму эту книгу с собой. Ее читала тебе бабушка. Моя любимая книга. Ну вот, надо ехать. Форест, постой. Я очень люблю тебя. И я тебя, папа. Я буду тебя здесь встречать. Ты хоть знаешь, что это школьный автобус? Конечно, ты Дороти Гэрис, а я Форест Гамп.